Так, я вернулся, но я здесь с вами буду кушать, потому что, чтобы сильно не тоже долго не отсутствовать, буду немножко чавкать. Кстати, возвращаясь еще ко вчерашней мультиплеерной сессии, то есть, помните, кто смотрел, что первые там 2 года была очень сложная война у нас с Силистрией, ой, как она там правильно называется, ну, грубо говоря, с Сербией. По большому счету еще и потому, что я же взял восточный тип технологий, то есть восточников взял, а они оба были анатолийцы. А нет. Нет, Силистрия, по-моему, взял западный. Вот что-то я забыл. Нет, они оба анатолийцы, по-моему. Там еще народ жалуется. Но если подтверждение найдут, абузом или нарушением правил, по щам получат те, кто абузил или нарушал. Все понял. Отмечаем, не хватает общих скриншотов с названиями игроками. Не всегда понятно, о ком речи, где этот кто. Ну, надо, да, это надо знать просто. Либо скриншоты просто некоторые забывают делать. Есть такое. Ну, хотя бы такие отчеты, ребята. И, ну, в большинстве партий у нас он LAS только пишет отчеты, пользователь LAS. Который в головной теме первый отчет написал. Остальные вообще не. Опа. Сразу с паузы кто-то бомбанул. А тут разделение по регионам, игр студентов сообщения. Так, где у меня обманули там, ребята? Ну, вон они. У меня войска нету, блин. Они, может, кстати, уйдут. Это же нубские сепаратисты. Так что ладно, пусть они пока там бушуют, бунтуют. Развизар, хлоу. Блин, меня еще вчера уже нет. У меня вчера уже не было сил на бомбежку по поводу анклава, который сделал. Ну, я тоже, конечно, виноват отчасти. Я потому что тоже мог посмотреть. Я услышал, что он тигровица хочет взять. Тигровицы, как правильно там сказать. Ну, как-то мимо ушей пропустил. Сказал, что мне хотелось бы взять. Ну, хотя я ему сказал на выбор. Эдирне, Филиппы, София, ну, вот эти провы. То есть он, как все-таки он мир кидал, он должен был, он в первую очередь должен был посмотреть.
В лоб я согласен, что для удобства можно было бы это сделать. Но это вопрос уже... Сафат, если честно, никогда не отличался тем, что он там сильно много отчеты. Он сам, по-моему, вообще отчеты практически никогда не пишет, только на совести пользователей. В основном отдувается LAS. Так, ну еще отставание по админу и диптеху приличное, поэтому пока не вкачиваем ничего. Мне остается там совсем немного займов. Вот уже вот-вот сейчас еще один отдадим и все. Последний займ остается тут. У меня, грубо говоря, на старте мультиплеерной партии проблема была в том, что я не мог соединиться с... Ой, боже мой, как его назвать-то правильно? Венгра. С венгром я долго не мог объединиться. И если бы на самом деле Силистрия и Серп не тупили, они бы, я думаю, могли раньше взять нужную крепость и меня шотнуть. Но они... Не сделали этого. Мы, конечно, тоже, в свою очередь, ходили, пытались, например, Македонию снять. Вы видели, мне приходилось несколько раз атаковать со штрафом, чтобы они снимали осады с Македонии. Также пришлось воспользоваться кондотьерами своего южного соседа. Но вскоре на него тоже напали, поэтому кондотьеров он увел. А так, конечно, война усугублялась вот тем, что невозможностью соединить фронт. Это очень усложняло войну, делало ее дорогой, делало ее рискованной очень. Тем не менее, удалось и однажды и Силистрию полностью шотнуть армию, однако он ее полностью восстановил, а это как минимум 400 монет. То есть... Суммы, понимаете, речь, какие суммы, сколько ему там денег накидали. Давайте займ уж отдадим им. Тут уже с доходами получше стало гораздо. Коррупцию сейчас надо будет искоренять. Ох ты, Великобритания, смотрите, что тут делают. И французы тут...